11 юным жителям округа в торжественной обстановке вручили главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации. По традиции мероприятие прошло в картинной галерее. Поддержать ребят в столь значимый для них момент пришли родственники и друзья. Помимо паспорта, люберчанам вручили приветственные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого. Добавлю, вручение паспортов юным жителям нашего округа проходит регулярно. Уже несколько сотен люберчан, достигших 14-летия, получили главный документ в торжественной обстановке. Вы сегодня действительно получаете самый главный документ в своей жизни, с которым вы пойдете по жизни, в котором самое главное, я считаю, будет написано «Люберцы», потому что с него вы начнете покорять высшее учебное заведение и все остальное. Потому что сегодня без паспорта никуда не устроиться, ни на работу, ни в институт, даже не уехать за границу.